Если вы женщина, подвергшаяся нападению от водителя, звоните по этому номеру. От их семей сообщено о пропаже двух женщин. Обе использовали приложение для совместных поездок, чтобы доехать до дома. У обеих был один и тот же водитель. Разве вы не можете сделать больше? Еще поиски. Все еще нет зацепок. Ты слышал о тех девушках? Кто этот парень? Он выходит в то же время, что и я, каждую ночь. Не могли бы вы подтвердить адрес, пожалуйста? Она так и не села в мою машину, но приложение показывает, что вы это сделали. Все, что вы делаете, это вождение. Я просто позвонила, чтобы заказать машину домой. Поезд, куда мы едем.